Ребята, привет! Мы на премии GQ 25 стильных пар. В этом выпуске ты узнаешь самое отвратительное сочетание вещей, какая пара самая стильная в России, ну и в качестве бонуса, кто круче, iPhone X или Сергей Шнуров. Вау! Это круто! Вы самая крутая пара здесь. Честно, сами или стилист? Сами. В наше время это редкость. Нам приятно самим, что мы можем так делать. Да, да. Можем себе это позволить. Да. А можно потрогать, подержать? Тяжелая она? Слушай, раскошелились, ребята. Класс, тебе очень идет. У меня сегодня черные детали на костюме. Ты знала? Нет, но он нереально подходит. Окей, скажите, кто самая стильная пара в России? Вот нам нравится очень пара Читы и Дженни Бекян. Женя Плещенко с Яной, они такой коллектив. Баста с женой мне нравится. Мне кажется, это Федя Бондарчук и Паулина Андреева. Федор Сергеевич Бондарчук и Паулина Андреева. В плане стиля и моды, и вообще вместе они смотрятся потрясающе. Ну, я вот, наверное, за Шнурова с Матильдой буду голосовать. Судя по тому, как подвернуты у тебя штаны, ты разбираешься в стиле. Ты знаешь, что это такое. Скажи, вот самое несовместимое, что может надеть человек. Кстати, смотри, лоферы и носки – это тоже спорный момент, но вот так вот тоже бывает. Ты как Ксения Собчак, против всех. Ну да. Что бы ты никогда не надела? Нет таких вещей. Я люблю все. Белые колготки я не одену. Никогда. Почему? Нет. Во-первых, черный стройнит, если кто не знал. О том и речь. Наверное, я никогда не одену джинсы на какое-то мероприятие. Олег даже в костюме спал, если бы я с него его не снимала. Не знаю, фиолетовое с бирюзовым, может быть. Фиолетовое с золотым. Например, очень так, прям какие-нибудь пастельные оттенки в такой жирной шмокотне вдруг влетают как бы в глаза, то это сразу... Видно, что это заветовала женщина на рынке, которая, прищелкивая семечки, сказала, сейчас так носят. Да, если не поспоришь, понимаешь? В последнее время очень много шума по поводу iPhone X, юбилейного iPhone, но также есть еще персонаж, вокруг которого не меньше шума. Это Сергей Шнуров, который, кстати, не раз становился номинантом и призером премии GQ. Давно назрел вопрос у всех. Я просто первый, кто озвучивает его вслух. Кто круче, iPhone X или Сергей Шнуров? Ну, конечно, Сергей Шнуров. Подожди, сейчас мы проверим это. Я буду называть вам по очереди утверждения, а вы должны будете сказать, кому в большей степени одно относится, к Шнурову либо к iPhone. Итак, он очень дорогой. Шнурову. Шнурову, да. Я думаю, что Шнуров. Шнурова не всегда позовешь. Ну, наверное, Шнуров подороже будет. Шнуров дороже. Сергей Шнуров. Айфон. Шнуров, конечно. Сколько стоит Шнуров? Да страшно представить, смотря что хотите с ним делать. О нем мечтают все. Айфон. Ну, об айфоне. Ну, об айфоне, конечно, все мечтают. О телефоне. Айфон. Сергей Шнуров. Это лучший подарок на годовщину. Да, конечно, Шнуров, Надя, не сбивайся. Не айфон? Нет. Группа «Ленинград» будет лучше. Шнуров. Сергей Шнуров. Айфон. Я бы выбрала Шнурова. Я думаю, тоже. Айфон. Я хочу айфон. Я бы хотел, чтобы на годовщину, например, у нас вдруг выступил Сергей. Было бы очень... Поэтому извини, в следующем году айфончик. За него девушки готовы пойти на многое. Это за айфон, я думаю. Ни то и ни другое. А можно здесь как бы знак равно сделать? Да, кстати, да. Айфон. Шнуров? Мне кажется, за айфон они больше готовы отдать. Он вообще не тормозит. Айфон. Айфон. Айфон тормозит, я видел. А Шнуров никогда идет вперед. Сергей Шнуров? Точно Шнуров. Это вот как раз Серега Шнуров, да. Он вообще не тормозит. Он пропагандирует ЗОЖ. Это... Ни то, ни другое. Айфон. Ну, кстати, точно не Шнуров. Шнуров. Да, правда? Ну, явно не айфон. Потому что ЗОЖ – это вообще Шнуров. Потому что ЗОЖ – это Шнуров. Его трудно найти, легко потерять и невозможно добыть. О ком это? Айфон. Прости, Сергей, айфон. Айфон.
Но на самом деле в наше время не так уж важно, как ты одеваешься и кто круче, iPhone X или Сергей Шнуров. Главное — это хороший сон. Ведь хороший сон — это залог здоровья. Сильная борода.